Ну, все равно обидно, потому что золото, к сожалению, не у нас. А что не получилось в бою? Не знаю, что-то пошло не так. Не знаю, будем делать с тренерами опять обзор боев. Я сейчас не могу ответить конкретно на этот вопрос. С тренерами будем обсуждать, смотреть видео и уже придем к выводу. Ну, когда уже придумается? Какой-то прием против этого итальянского лома, сколько можно уже? Я уже не знаю. Мы все думаем, пытаемся. Вот. Но пока, к сожалению, все-таки они нас в чем-то обыгрывают, в чем-то они оказываются сильнее. Но мы не сдаемся. Хочу сказать, что мы с каждым разом улучшаем результат, когда деремся с ними. Так что думаю, что скоро мы должны все-таки их одолеть. За чего удалось прибавить после не очень удачного личного выступления? То есть все девочки сделали шаг вперед сегодня в команде после финала? Конечно, хотелось, может, оправдаться, потому что никто не хотел так выступить в личном турнире. И поэтому мы готовились, чтобы показать на все, что мы способны. Перед финалом в раздевалке о чем с девочками говорили? Надо зажиматься, надо фехтовать, как мы умеем, все получится. Вот как раз по счете 33-31 в вашу пользу, как будто как раз немножко и зажались. То есть итальянки перехватили инициативу и вот набрали 5 лет очков, несколько очков, и вышли вперед. Наверное. Так и было. Сейчас сказать, я с трудом сейчас помню, где кто куда выходил вперед и в какой момент. Я не могу пока. У тебя сегодня вообще хороший день сложился. Ну не очень. Чуть-чуть не хватило, так неплохо. Юля, ну расскажите, какие какие сейчас тебя одолевают ощущения, эмоции? Расстройство и все-таки радости, потому что расстроены, что проиграли, счастливы, что все-таки второе, потому что встреча с Францией тоже нам далась нелегко, поэтому надо довольствоваться тем, что есть. Будем работать на следующий сезон. Насколько вы после не очень удачного личного выступления хотелось реализироваться? И о чем думали эти два дня, которые были между соревнованиями? О чем думали? Думали, конечно, как можно выступить здесь, лучше в командных соревнованиях. Голова была забита. Надо. Это, конечно, очень тяготит. Голова, как воздушный шарик, вот-вот еще бы лопнула. Еще бы денечек. И можно было, ну вот, хотели выиграть, но чуть-чуть не получилось. Сегодня вот у тебя лично как свое состояние? Было и хорошо, было не очень, но все-таки это один из лучших, что ли, вот так вот могу сказать. Неплохо фехтовала, бывало и хуже. Чьё-нибудь что-то сказал уже после? Нет, он ругать не ругал, поздравил. Такого ничего. Молодцы. Спасибо. Юля, а вы говорите, что вот напряжение такое чувствовали сильно. Это из-за того, что домашний чемпионат мира? Да, конечно. Это как и почетно выступать в России, так же и очень ответственно. Ну, больше ответственности, конечно. Не знаю. Лучше выступать где-нибудь там, где тебя не видят, не слышат. Выступаешь – молодец. Вы можете лучше, но следующий чемпионат тоже в Москве, тоже домашний. Какие-то выводы сделали? Ну, пока это не сделали, но будем готовиться. Москва тоже очень серьезно, очень ответственно. Но мы-то опытные теперь. Казань одолели. Будем стараться. Ну, самое лучшее выступление в личном было у всех девочек. Это как-то посигнуло на команду забывалось. Ну, результат, да. Второе место. Это наше, уже не знаю, обычное место. Уже хочется подняться на ступеньку выше. Ну, все-таки подстегнуло, я думаю. Главное, что не упали духом, потому что очень тяжело было. Мы глубоко ушли в себя, все девочки. Вот, мы старались как-то себя реанимировать, что ли, чтобы выступить достойно в команде. А фехтование с итальянками чувствуете какой-то прогресс? Ну да. Да, потому что мы уже приблизились к счету 40. На чемпионате Европы это было 44, одного гола нам не хватило. Ну, мы наступаем на пятки, еще немножко они попляшут. Будем
будем ждать. Спасибо. Как будто был перелом, причем 33-31, вы вышли вперед, а потом опять выходит ранки. А потом опять. Что случилось в этот момент? То есть как будто бы испугались того, что повели в счет. Вы знаете, я даже не успела подумать, что мы повели, да? Ну, наносишь укол за уколом и не стараешься думать, что мы ведем. Просто вот такой момент, что ли, вот, ну, не знаю даже, как объяснить. Рабочий момент наносишь, получаешь, борешься за уколы. Так. Спасибо. Спасибо.